Хотите, проедемся, будет время, покажу момент обстрела. Много пустых домов. Очень. Очень много, да. Да, больше половины. Как ты что? Ну, слава богу, люди расположены. Вот мы начали эту церковь новую, люди расположены такие. Им некуда идти вообще. Возвращаются, да, потихоньку. Да. Вот жилой дом был. Это снаряд прилетел. Вот это да? Да. Поздравляем вас с Рождеством. Здравствуйте. Как ваши дела? Это вам подарки привезли. Сидели без света, без ничего. Ну хорошо, что подвал был в доме у нас. Угу. Все. И старшая дочка была, как раз все внуки, все. Как тебя зовут? Виктор. Да? Привет. Как дела? Молодец. Кто рассказывает стихи, тому подарок надо дать, да? О, тяжелый. А тебе какой подарок нравится? Сэй, ну бери, сэй. Маленький Тарашиченко здесь живет. Да. Да тихо, ты 100 лет, зайчик. Да. Ой, господи.